весна, начало боевых состязаний мастеров кожаного меча. Первый матч в Москве. Торпеда, нефтяник Баку на стадионе «Динамо». В прошлом году, как известно, «Торпеда» заняла первое место в соревнованиях на первенство страны, а «Нефтяник» лишь 21-е. Однако на этот раз силы соперников были почти равны. Чемпион страны. Команда «Торпеда» победила со счетом 3-2.